Каждую ночь я гуляю по кварталу серых и говорю этим красноглазым все, что о них думаю. Лошади. Целый день. Каждый день. Если у тебя есть новости о положении в западных владениях, немедленно расскажи все. Это все Виола Джордана. Развешивает эти листовки по всему городу, а кто-то их все время срывает. Спроси ее, она тебе все уши прожужжит. Путешествуй осторожно. Опасность поджидает повсюду. Подайте, бедные старушки. Я всю жизнь уже утался, и я не брошу дело всей своей жизни, что бы там ни говорили имперцы. Будь начеку, мясник может прятаться где угодно. Я преследую его уже несколько месяцев.
Ну, не то чтобы преследую. Пытаюсь отыскать его. Стражники не хотят мне помогать. Остальные горожане тоже. Я единственная, кто еще верит, что это чудовище можно поймать. Они утверждают, что слишком заняты войной. Ну а по мне, какой смысл вообще выигрывать войну, если мы дрожим от страха у себя дома? А? Что там? Вунферт. О нем уже много лет ходят самые разные слухи, сколько я себя помню. Но он опасный человек. Его потому-то и называют неживой. Я бы не стала связываться с ним в открытую. Расскажи обо всем управителю. Он к тебе прислушается. Я не великий стратег. Это очень серьезное обвинение. Полагаю, у тебя есть доказательства? Я не могу в это поверить. Вунферт уже много лет был другом и доверенным лицом Ульфрика. Как больно знать, что все это не просто слухи. Вунферта мы арестуем. Благодарю тебя за усердие и за поимку убийцы. Улицы Виндхельма снова безопасны. Ты идешь со мной. Мы наконец-то арестуем мясника. Да, господин. Что все это значит? Ты под арестом за убийство Сусанны из гостиницы «Очаг и свеча». И Фриги, расколотый щит, и остальных. Мы раскрыли твои уловки, трус. Неужели в этом городе ни у кого нет мозгов? Я сам пытался найти убийцу с помощью гадания и магии. Прибереги свои отговорки для кровавого зала, маг. Уведите его прочь. Так точно. Простите, господин, но вам придется пройти со мной. Это еще не конец!
легких доспехах и ходить легко. Умно. Что-то не так? Если ты тут какой замок хоть пальцем ковырнешь, я тебе устрою кару. Моя работа простая. Мертвецы особо не жалуются. Отец говорит, нам просто нужно жить дальше. Просто. Как будто это так легко. Бедная Нильсен совершенно разбита после убийства сестры. Я не торгуюсь. Хочешь сбить цену? Попытай удачи в другом месте. Отрицай, сколько влезет, но я-то знаю, что ты из гильдии воров. Все стражники знают. Хороший куш. Эта война ударила по всем нам. Не то чтобы я знала что-то о гильдии воров, но мне кажется, что уж она-то не стала бы привлекать к себе внимание. Закон не дремлет, особенно сейчас. Стражи разыскивают убийцу, но кто знает, что еще они найдут. Удачного дня. Я не торгуюсь. Хочешь сбить цену? Попытай удачи в другом месте. Сперва было трудно. Местные норды относятся к приезжим, по меньшей мере, с подозрением. Но со временем я завела правильные знакомства и проявила себя. Так что никто меня больше не донимает. Темные эльфы слишком горды и наивны, чтобы понять, как на самом деле устроена жизнь. Потому-то они и живут в своей помойке. Спасибо за визит. За Скайрим для нордов. Он не доверяет пришлым, как он их называет. Ты же видишь, как мы живем. К
Кривые улочки, развалившиеся лачуги, полтора стражника. И даже название «Квартал серых» просто оскорбительно. Я поговорю с Ульфриком, но не обещаю, что могу изменить его решение. Большего я не прошу. Благодаря тебе у нас появилась надежда на лучшую жизнь. Спасибо тебе за это. Доблести не бывает. Это просто внушают солдатам, чтобы были готовы идти на смерть. Я полагал, что квартал серых станет спокойным пристанищем для моего народа. Я ошибся. Сейчас в квартале серых не на что смотреть. Хотя раньше все было не так плохо. Ни дня не проходит, чтобы я не думал о возвращении на землю предков. Но пусть и приходится ежедневно терпеть притеснение Ульфрика и его людей, меня здесь многое держит. Собираться опять же надо, обустраиваться на новом месте. Кроме того, Амбарис не сможет управлять клубом в одиночку. Был рад беседе. Все. В Скайриме меня больше всего раздражает даже не холод. Почему местные никогда не моются? Меня это не волнует. Пока не убивают данмеров, это не мое дело. Но ты же видишь, где нам приходится жить. В богами забытом переулке, куда стекает вся грязь из верхних кварталов. Допроситься какого-нибудь стражника о помощи – гиблое дело. Я попытался убедить Ульфрика хотя бы посетить наш квартал, увидеть весь этот кошмар воочию, но его расфуфыренному величеству не до того. Куда же нам еще податься? Когда Красная Гора начала извергаться, в Моровинде стало невозможно даже дышать. И мы двинулись на запад. Первым городом на пути оказался Виндхельм. Тут мы и осели. Если бы мы знали, что норды будут столь негостеприимны, мы бы пошли дальше. Если надо повторить, только скажи.
Посмотри, что у меня есть. Наверняка ты найдешь то, что ищешь. А если нет, может, это найдется на складе. Посмотри на мой товар. Я продаю и покупаю практически все на свете. Весь мой товар законного происхождения, чего я не могу сказать о некоторых других торговцах. Я собирал эту коллекцию любыми доступными способами. Я вел дела с торговыми караванами, приобретал интересные находки у таких же искателей приключений, как ты. Пара храбрецов принесла мне предметы даже из Марвунскара, форта на юго-западе от города. Конечно, никаких ворованных вещей тут нет. Нужно быть бессовестным тупым идиотом, чтобы покупать ворованное. Ох, Азура, я совершил ужасную ошибку. Я купил золотое кольцо, а у Виолы Джордана пропало как раз точно такое же. Не все так просто. Если она узнает, что я хоть как-то в этом замешан, она пойдет к Ярлу. Придется передать его ей как-то иначе. Послушай, это опасно, но ты можешь пробраться к ней в дом и оставить там кольцо. Положить его в комод или еще куда-нибудь. О награде не беспокойся, не пожалеешь. Только смотри, чтобы Виола не поймала тебя у себя в доме. Испытывай меня, эльф! Приятно чувствовать себя на твердой земле. Надеюсь, ты не собираешься устраивать неприятности. Чем могу тебе помочь? Мы с сестрой когда-то путешествовали по свету в поисках новых предметов для нашей коллекции. Ах, какие были приключения! У тебя самое время уйти. Если у тебя есть минутка, загляни в мой музей редкостей. Обещаю, там тебя ждут настоящие чудеса. Как эта рука попала ко мне? Ну уж не. Ах ты мелкий воришь! Всего пару септимов на еду. Мне нет никакого дела до войны. Подайте, бедные старушки.
Бухайте на пропитание. Я свои. Я его не трогала. Он же не мог сам. Смотри по сторонам. Ты смотрел за наковальней? Мне кажется, я его там видел. Я тебя при... Хорошо, буду здесь. Мы выступаем? Идем. Да? Что? Я был одним из лучших солдат братьев. У меня для всех найдет. Тебе удалось решить нашу небольшую проблему. Спасибо, спасибо. Да подарит тебе Азура великое богатство. Кстати, о богатстве. Вот, вся моя прибыль с последней партии. Она твоя. Что ж, я именно тот, кто сможет тебя научить. Да немного того, немного сего. Прошу. Приходите снова. Рад тебя видеть. Побрякушки и всякая всячина и прочие безделицы. До встречи!
весь мой товар законного происхождения. Чего я не могу сказать о некоторых других торговцах. Доблести не бывает. Это просто внушают солдатам, чтобы были готовы идти на смерть. Доблести не бывает. Это просто внушают солдатам, чтобы были готовы идти на смерть. Тебе известно, кто такой Тала? Мы — единственный храм в Скайриме, где открыто поклоняются Талу. Когда вам что-нибудь понадобится, приходите. Я очень многое могу и умею держать язык за зубами. Вот растяпа. Если ты тут какой замок хоть пальцем ковырнешь, я тебе устрою кару божью. Мне вот интересно, что делает Довокин после того, как его призовут седобороды?
Что? Лошади. Целый день. Каждый день. Ты хоть представляешь, какие они скучные животные? Отрицай, сколько влезет. Но я-то знаю, что... Чем могу помочь? Мы с сестрой когда-то путешествовали по свету в поисках новых предметов для нашей коллекции. Ах, какие были приключения! Добро пожаловать в музей! Могу предложить небольшой тур ценой всего в пару монет, или же ты можешь просто осмотреть музей самостоятельно. Но мы с сестрой получили довольно крупное наследство и решили отправиться путешествовать, поискать приключений. Во время наших странствий по Тамриэлю мы услышали множество историй о необычных и удивительных артефактах и решили отыскать столько, сколько получится. Несколько лет назад моя сестра умерла, и тогда я поселился здесь и открыл музей редкостей. Думаю, она была бы рада узнать, что собранная нами коллекция радует и молодежь, и стариков. Именно так. За плату в несколько септимов я расскажу о наиболее интересных диковинках моей коллекции. Великолепно. Пойдем. Я расскажу удивительные истории и покажу совершенно потрясающие чудеса. Эти инструменты были найдены в гробнице неподалеку от Виндхельма. Они использовались нордами Скайрима в далеком прошлом, еще до Первой Империи. Ученые полагают, что древние норды использовали эти приспособления в погребальных ритуалах. Какие чудовищные истории поведали бы эти инструменты, если бы могли говорить? Перед вами книга судьбы, найденная в тайном зале Университета волшебства. Записи в книге открывают смотрящему его судьбу. Поэтому слова в книге для каждого разные. Кто-то видит лишь пустые страницы, и никто не может этого объяснить. Возможно, кто-то из нас рождается без определенной судьбы, а возможно, чистые страницы предупреждают о скорой гибели. А! Этот предмет поистине легендарный. Суповая ложка из Грамора. Знаю, о чем вы сейчас подумали. Это же вилка, а не ложка. Никто не может есть суп вилкой. Что ж, друзья, вы не знаете, на что был способен из Грамор. Не смотрите свысока на эту обычную, на первый взгляд, флейту, ибо перед вами... Свирель танцора. Говорят, что свирель танцора помогала выигрывать войны, обращать врагов в бегство и изменять ход истории. Никто не знает, кем и когда она была создана, но легенды гласят, что всякий, услышавший ее, неудержимо пускается в пляс, забывая обо всем.
Чтобы пробудить ее таинственную магию, нужно всего лишь сказать простые слова. А слова такие. Мы чуть было не попали в весьма неприятную ситуацию. Ну что ж, наша экскурсия подошла к концу. Спасибо за внимание. Надеюсь увидеть вас снова. Не думай, что со мной можно торговаться, как с этими проклятыми лавочниками.